Александр. Серега, двух слов, пока они готовятся. Как тебе этот бой, который сейчас только что завершился? Ну, молодец, не зря тренируется у меня. Самый скромный судья у нас сегодня. Ну да, действительно, четкое попадание и не одно. Но когда он назад вернулся, честно говоря, я уже не думал, что так обернется все. Ну что, вес становится больше. Вес 85 килограммов, рост 181 сантиметр. Занимался карате, выступал в турнирах по карате, работал инструктором в автошколе. Но сегодня совсем другой инструктаж ему предстоит. А я представляю участника из города Москва, Бань Александр. 30 лет, вес 83 килограмма, рост 178 сантиметров. Самбо и бокс. Ну что, друзья, самбо, бокс, готовится серьезный бой. Поверьте мне, это уже весовая категория свыше 80 килограмм. Ребят, вес был тяжел. Внимательно слушаем команду, уважаем друг друга. Пожали руки. Готов? Итак, начинается бой, ваши аплодисменты, друзья, это 11-й бой сегодняшний. Все, друзья! Меньше минуты продлился этот бой, потом обязательно посмотрим на повторе. И, дорогие друзья, я с большим удовольствием объявляю победителя сегодняшнего 11-го боя в весе свыше 80 килограмм. Хомяков Александр Головкин! И, конечно, представители из города Москва, спасибо тебе большое, что ты приехал в наше время на упражнение в Казани. Я хочу тебя спросить. Саш, ты приехал к нам из Москвы. Ты знал, кто будет биться против тебя? Как ты оцениваешь этого соперника? Очень сильный соперник. Уже, в принципе, знал, что ударник, то ты, в принципе, знал, что будет тяжело. Я обратил внимание, что ты полез в ноги. Это была ошибка, как считаешь? Надо было встать, конечно, немножко хотя бы. Нет, парень молодец, он полегче, немножко поопытнее. Спасибо большое, представители из города Москвы, дорогие друзья. Сегодня у нас здесь... Итак, Саш, ну что, дружище? Давай, рассказывай, как ты готовился к этому бою? Отдыхал, спал. Отдыхал, спал. Сколько у тебя тренировок в неделю? Две. Сколько у тебя спарринг-партнеров? Один. Кто этот человек? Мой младший брат. Где он? Младший. 16 лет. Павлик, подними-ка руку, Павлик. Вот это Павлик, ему 16. Павлик, ты сколько весишь, дружище? 106. Значит, когда Павлик попросит выйти в ринг, мы Павлика не пускали сюда, да. Это, конечно, шутки шутками. Саш, в двух словах, кому благодарен и кому посвящаешь бой? Всем, кто за меня болел. Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо огромное.